утро, 5 июля. Наш лагерь на озерах, на Бараньих Лбах. Чудесная погода, солнышко, где-то чуть-чуть облачка. Это дорога к хижине Николаева. Вышли со стоянки на озерах. Вот он, наш сегодняшний маршрут. Вышли на южную ветвь Цойского ледника. Отличная погода. Нет, это южная, северная, там где Уилпота. Двигаемся по леднику, пока без веревок, потому что здесь морены, трещин нету особо. Вот, сейчас наверх туда зайдем и там свяжемся. Продолжаем. Вышли на взлет ледника. Справа уже вот ледопад северной ветви. Вот эта вот гора в центре кадра примерно, это Хицан, который мы в прошлом году ходили. Явно больше снега, тут кулуар, который мы практически без снега даже застали. Сейчас прям сильно заснежен. Надо дрон запустить. Хорошее место. Что-то посыпалось в горах, не вижу. Ну вот такой приличненький путь проделали, около часа идем. Вот это прям очень стрёмный край. Может здесь пройти? Может вот здесь пройти? Тут просто вот это место просто, ну, пиздец. Или чё? Нет, да там снежный мост, там, там мне вообще непонятно что. Давай. Блять, ну тут вообще, смотри. Ну ты попробуй ногой аккуратно. Не, я просто сюда сейчас могу уехать. Ты в кошках. Просто смотри, тут очень плотно. Давай я тут попробую перейти. Ну там просто провал, ты понимаешь?
дальше. Тут везде провал, то есть это снег лежит на провале. Ну блин, ну просто вот это место, это прям совсем. Вот тут просто трещина, понимаешь, вот тут. Сань, смотри, но я считаю, что вот если это лед, значит по нему надо идти. Кошку хорошо забивай. Ты не выдашь? Выдаю, выдаю. Палкой перед собой тыкай, проверяешь, что это нормально. Блять, Юра, прям на разломе стою. Все, вышел. Ну ты безопасно уже, я тебя выстегиваю. Все, стой! Выбери. Убирай. Тебе не надо было на своей станции собирать. Ну, на своем железе собирать станцию. Потому что ты сюда ушел без ничего. На будущее человек, который переходит на ту сторону, должен иметь железо с собой. Что там за бугром? Неизвестно, давай, собираемся. Что тебе неинтересно? Я говорю, неизвестно. На, надо посмотреть, куда идти. Вот сюда сейчас спускаться, куда идти. Вот на этот бугор надо выйти и посмотреть дорогу. По веревке не ходи. Давай вместе вывяжемся и сходим, посмотрим, что там. Надо спускаться вот сюда, вот. Вот сюда. И вон туда, по снежным мостам туда уходить. Вот здесь спуск. Не туда, а вот сюда. Вот большой островок, с левой стороны по узкому краю переходим. Потом идем дальше, станцию собираем уже на той стороне. Подожди, левый или правый остров? Вот этот остров, вот. Скажи, левый или правый? Правый. Правый остров. Тут самый логичный проход. Я иду туда до Снежника. Ты проходишь Снежник туда дальше. На том пятаке делаешь станцию, да, меня... Потом мы идем и дальше смотрим, что там будет. Ну вот то поле уже нормально должно быть. Нашли лабиринт трещин.
Страховка готова. Принял, выбирай. Ты старайся веревку собирать аккуратно, чтобы нам легче было сбухтовать. Сань, быстрее выбирай. Вышли на финишную прямую. Хорошо видна хижина. Бараньи лбы, где мы набирали воду в прошлом году. Ледопад северной ветви. Пришли облачка. Слава богу, дождя пока нет. Иху! Ну что, мы преодолели ледник. Вышли к снежнику. Вот она, хижина. Ура! В общем, дошли мы до хижины. А тут я бы выругался. Не понимаю, что тут произошло. В общем, тут полная жопа. Работа тут просто. Какой-то апокалипсис случился, кастрюли какие-то, книги разорваны, просто жуть. Ну ладно, пакеты, пакеты, наверное, мыши задрали. О, ленточка прошлого года. О, Саша, Юра. Август 2001, 2021. В общем, тут веселуха. Я еще не разобрался, как вот эту штуку открыть. Сейчас будем разбираться, там где-то Юра ползет снизу. Нашли мы сильно весело. Значит, там поскакали, пару подстраховок сделали, потом вышли на это поле, прошли его, прошли, вот сюда прошли, потом с подстраховкой до Марены и с подстраховкой до скал, и уже отсюда поднялись.